Итак, короче, блядь, как это... А вот, итак, всем привет. На связи это Вих Рекордс, меня зовут... Блядь, у меня басы, ну ладно, не обращайте внимания. Меня зовут Камара, и сегодня я вам покажу способ, как все-таки же выбить легендарку в Identity 5. А для начала нужно подумать, какую вы легендарку хотите. То есть, вы хотите конкретно... Ну, короче, сразу скажу условия, то, что можно брать либо из сферы легендарку, из мемори, но нельзя выбирать легендарку, которая уже лимитирована. То есть, к примеру, нельзя выбрать Легу на Бальзама или Легу на Ведьму Снов. Можно, к примеру, ну, на текущий сезон выбрать только Легу на Антонио или Легу на Бунбона. И также из мемори сферы Легу на Рипера. То есть, который выпадает со сферы. Ну и также можно аксессуары, но в данном случае я буду использовать Легу на Антонио в качестве примера. Вы можете использовать какую хотите, но я буду именно ее использовать. Итак, для начала, что нам нужно? Для начала нам нужно написать название этого костюма, который вы хотите, сначала на английском языке, потом на русском. Ну, вообще, на самом деле, порядок не имеет никакого значения, мне похуй, реально. Я помню, что называется Inferno Sonata, то есть и на... Блять, сколько там? Сейчас. Ага, все, нормально. Блять. Я долбаю. Итак, короче, мы написали. Теперь желательно написать на языке, на котором вы как бы живете, типа, в моем случае на русском. Блять, на котором вы постоянно разговариваете, короче, блять. То есть украинцы на хохлянском, блять, их ебаном, свинском языке. Ну и, короче, да. Пишем. Ад ска я со на блять на та. Понимаете, я записываю еще и блять. Короче, я же еще и записываю, то есть мне одной рукой приходится камеру держать, другой, блядь, писать нахуй, поэтому мне неудобнее. Итак, что мы делаем следующим образом? Теперь наша цель, короче, взять вот, блядь, рыбу, какую хотите. Вообще, нет, для начала я вспомнил, на самом деле рыбу надо же на потом брать. Для начала нам нужно спеть, то есть спеть примерно символизирующую этот костюм песню. Адская соната, ну, к примеру, нужно спеть что-то адское, блядь. К примеру, сейчас вспомню. Ад, что у нас связано с адом, блядь. Отправляемся в ад, господа. Ладно, похуй, неважно. Я попробую напеть мотив того трейлера. Итак, короче, мы напели. Теперь наша цель взять и закрыть рыбой все это. Да. То есть надпись закрыть рыбой конкретно и подождать какое-то время. Я точно не знаю, но, по-моему, там нужно ждать около 2 или 3 часов. Ну, я поставлю на паузу и приготовлюсь пока. Ебать, пацаны, прошло уже порядком 2 примерно или 1,5 часа. Я, честно говоря, уже запутался во времени, блядь. Карантин, все дела. Короче, что мы делаем теперь? Мы убираем эту рыбу успешно. Хотя нет, давайте оставим, потому что я не уверен, как все это работает. Итак, мы кладем половину куска хлеба. Так. Так. Теперь открываем сгущенку, да? Блять, как ее открыть-то? Блять. Сейчас. Ебать, ногами нахуй открыл. Теперь наша цель палить на сюда. Блять. Леся, блять, хуесосина! Блять, как нахуй? Во, блять, налили. Главное, чтобы на рыбу попало как можно меньше. И, короче, нужно засыпать все это, блядь, короче, вот так. И закрыть, блядь, это... Нет, для начала давайте все-таки рыбу уберем. Да, ритуал нужно пройти на рыбе, потому что это типа доска Уиджа или как-то там. Ну, короче, накрыть все это. И вот так. И опять подождать примерно 6 часов. Да. Ну, короче, ждем. Капец, мы подождали примерно целую ночь, да, целые сутки, 24 часа челлендж.
Влад Хуяга А4. Ну, короче, мы открываем крышку, и мы под ней не видим надписи, как я уже... Да, мы не видим надписи. Значит, ритуал сработал. Ну, и, короче, осталось зайти в Эден и открыть несколько соответствующих сфер. Ну, поскольку мне Лего на Антоне не прям нужна, я буду это открывать все на своем твинк-аккаунте. Или нет. Короче, посмотрим. Ну, все-таки я решил, что буду открывать на твинке. Да, посмотрите, вот какой у меня твинк. Ну, короче, я же сказал, что Антонио хочу выбить. Ну, и вот. Сейчас мы откроем какое-то количество сфер и выбьем его. Да, ну, тут я всего чуть-чуть подкопил. Также я чуть-чуть поднакупаю сфер. Ну, потому что, ну... То есть, вам до 60 сфер, или до 30, я не помню... Точно выпадет Лего. Ну, давайте мы пооткрываем их чисто спокойно. Да. Не обращайте на это ремарку. Это, я не знаю, это у меня какой-то вирус. Чисто, да. Проник чисто и все. И, блядь, я охуел, пидорас. Ну, это вирус у меня, не обращайте внимания. Я потом телефон почищу. Я же Game Guardian скачивал, чтобы в Identity читировать. Что? Извиняюсь. Ну, давайте вот мы открываем чисто. Ну, вот. Да, не выпало. Ну, ничего. Я же сказала, что должно выпасть, я уверен. Потому что это действительно рабочий метод. Мне его посоветовал сам великий Иван Рос. А как же его не слушать? Ну, давайте мы откроем чисто. Давайте чисто. Да, потратим чуть-чуть. И опять ничего не выпало. Ну, вот-вот-вот я чувствую, что выпадет. Я уверен в этом. Я полностью в этом уверен. И, в принципе, знаю, что я делаю. Там, ну, тем более у меня довольно-таки много этих лампочек. Я их могу, блядь, чисто тратить спокойно. И печати у меня много. Вот. Ну, я чувствую, что скоро вот-вот выпадет, я уверен, вот реально, вот чисто я уверен. Вот полностью уверен. Опять выпал, но ничего, ничего, друзья. Это открытие гейсиков, мы откроем и выбьем все-таки желанную легендарочку. Опять не выбили, но ничего, на следующем кейсе по-любому будет. Я в этом абсолютно уверен. Нет, не выпало, хорошо, на следующем будет. Ну, работает же способ, он же действенный. Я ж говорю, до 60 выпадет. Блять, опять не выпало. Ничего страшного, ничего страшного. До 60 сфер должно выпасть. Я в этом уверен. Потому что способ действительно рабочий. Блять, опять нихуя не выпало. Но ничего. Блять, уйди. Это опять, это спам. Это мне, короче, уведомление пришло на Facebook. Вот, и, короче, да. Не обращайте внимания, это все, блять. Проделки Обамы. Ну, вот-вот выпадет, я в этом абсолютно уверен, да. Ждем, конечно, да. Вот-вот-вот-вот, блять, нет. Ну, я уверен, но я ж сказал, до 60 сфер выпадет. Если вы мне не верите, ну, вы охуели, реально. Вы что, мне не верите? Вы не верите в этот рабочий способ? Да как вы можете? Вы что, охуели? Пидорасы, блядь, вы что, охуели не верить в мой способ? Он рабочий на все 100%. Я так уже себе 5 лек выбил. Да, целых 5 лек. Вот, кажется, что-то выходит. Да, 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 я же говорил, выпадет. Я же говорил, что способ рабочий. Да, ну... Я потом поиграю. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.